Я приветствую всех на телеканале «Беларусь-4». Это программа «Добрый вечер, Гомель». Продолжается прекрасный вечер замечательного дня среда. Ну а на календаре у нас 19 сентября. Друзья, бархатный сезон в самом разгаре, и дата радует, и погода на улице радует. Ну а на календаре у нас сегодня замечательный и даже необычный праздник. Сегодня день рождения, пожалуй, самого дружелюбного электронного символа. Сегодня день рождения смайлика. Давайте искупаем его в наших небольших, но очень дружных аплодисментах. Я уверен, что в век прогрессивных технологий этим символом хоть однажды, но пользовался каждый. Об электронных символах, в частности, и об общении в электронных сетях в целом поговорим мы сегодня. Ну, а это значит, что вы также сможете присоединяться. Наш Вайбер готов принимать ваши вопросы и комментарии по поводу темы сегодняшней программы. Ну, а также свободна наша телефонная линия. Можно к нам позвонить и также стать полноценным участником нашего эфира. Не скучно. Добрый вечер на телеканале «Беларусь-4». Ну, а начнем мы его, конечно же, с хорошей музыки. И вы знаете, давно этого артиста не было в нашем эфире, давно я его ждал, наконец-то он к нам доехал. Не побоюсь представить его самый настоящий смайлик музыкального мира. Виталий Сычев сегодня в программе «Добрый вечер, Гомель» на телеканале «Беларусь-4». Через мгновение он появится. Give me love, kiss, kiss, give me
Еще ваши аплодисменты. Виталя, привет. Привет. Во-первых, огромное спасибо, что этим добрым вечером заглянул к нам на огонек. Я тоже очень рад. Замечательно. Много вопросов, которые, знаешь, вот бывает такое состояние, задать все 100 тысяч миллионов вопросов. Задавай же. Хорошо, значит, обо всем по порядку, поддержим нас аплодисментами. Ну, а эти аплодисменты, между прочим, твоей песни. Расскажи, да. Звучит эта композиция у нас в эфире впервые, если я не ошибаюсь, для «Доброго вечера» это премьера? Да, безусловно, для «Доброго вечера» это премьера. Песня «Don't Cry», которая была записана не в студии Green Records. Да, «Не плачь». Ну, актуально для темы «День рождения смайлика». Смайлик, он обычно улыбается, плачущих смайликов, собственно говоря, тоже есть, да. Но их не безусловно, актуально, потому что ее поддержало огромное количество человек, собственно, в чарте США. Она заняла первое место в чарте США и сейчас до сих пор находится уже 4 недели. Спасибо. На лидирующих позициях CCG Network Radio Top 20 чарт. Вот давай с этого момента по порядку. Откуда, каким образом, какими чартерами ты попал в чарты Соединенных Штатов Америки? Как вообще закрутилась эта история? Ты и твоя песня «Don't Cry» и собственно, все несложно. «Через океан». Да, безусловно, на другой половине земли, земного шара. Все началось несложно, в принципе. То есть мы отослали песни на американские радиостанции. Через некоторое время пришло подтверждение того, что взяли песню «Don't Cry», которая очень-очень понравилась радио. Но нам забыли сообщить вовремя о том, что эта песня попала в чарт. То есть просто ее взяли, взяли и забыли сообщить. Да. Ты представь, то есть из сотен тысяч треков, которые присылаются на радиостанции, то есть моя песня попала не просто на радио, но она еще и в чарт попала. Еще там победила и до сих пор. То есть как и тысячи твоих поклонников о своих собственных достижениях ты узнаешь из соцсетей. Да, да, я очень рад своим поклонникам, потому что они именно поддерживают, то есть меня в этих чартах, в голосовании. Замечательно, поклонникам твоим отдельный респект и уважение. Где-то, ну, наверное, больше года была крайняя наша встреча здесь же, в студии этого «Доброго вечера». Потом была серия концертов и в Гомеле, и по Беларуси. И по системе Freedonation, и так, да. Да-да-да. Ты был, скажем так, один гордый артист, который пришел, отработал свою программу. Сейчас я, кстати, тоже за твоими новостями, за твоими творческими достижениями слежу через соцсети. И появился у тебя и балет. Появился у тебя и бэк-вокал. Вокал. Да. То есть уже одному на сцене не так одиноко и страшно. Ну, не то чтобы страшно, мне никогда не страшно, я очень люблю себя отдавать публике, и мне очень нравится их радовать всячески, но, безусловно, я уже, наверное, вырос из того, чтобы выступать только лишь одному. Безусловно, это есть, но и все же. Сейчас, да, я работаю с балетом в составе 4 девушек и, собственно, бэк-вокал, который сегодня присутствует. Давайте отдельные аплодисменты девчонкам. Пока мы им аплодируем, ты нам их представь. Расскажи, как зовут девушек. Александра и Злата, прекрасные вокалистки. Здравствуйте, Александра, здравствуйте, Злата. У нас в некотором смысле вышел творческий тандем. Где ты таких красавиц нашел? Неужели из Америки? Не поверишь, в Гомеле. Да ладно. Да, и это очень отрадно, что у нас настолько богатая творческими людьми область. Не устану повторять, что вот действительно, правда ведь говорят, что самые красивые девушки живут в Беларуси, ну а из белорусских самые красивые, прекрасивые у нас в городе. Виталий, немного об этой песне «Don't Cry». Англоязычного репертуара, тот, который твой оригинальный, я знаю не так и много, и он у тебя появился буквально недавно. Ну, мягко говоря, это единственная песня на английском языке. Вот, автором которой является Вячеслав Карнаушенко. Вот, собственно, сейчас я приступил к работе еще одного трека, который, правда, направлен тоже на зарубежную аудиторию. Она будет тоже песня на английском языке. Сейчас ведется активная работа. Будет, давай приоткроем. Будет давай. Тоже там вот это «Don't cry», то есть «Не реви, не плачь». Там следующее, что не делай еще что-то будет? Или... Нет, там, наверное, «Сделай, узнай, насколько вкусен и сладок запретный плод». Так вот. Виталий Сычев раздает задание. Это не делай, это делай. Ну, будем с нетерпением ждать выход этой песни. Я не удивлюсь, если также о ее существовании узнаю через соцсети. Друзья, в общем, я думаю, что сегодня будет нам о чем поговорить. Однозначно. Вы, кстати, тоже присоединяйтесь к нашему разговору. Напомню, что и Viber, который вот там уже тихонечко пиликает, оповещая о том, что ваше сообщение потихоньку начинает приходить. Ну и, конечно же, телефонная линия по-прежнему свободна. Давайте по старинке позвоните к нам в студию.
люди. Давайте пообщаемся. Ну и не забывайте ваши любимые смайлики прислать к нам в эфир. Ну и вопрос. Часто ли вы общаетесь с электронными символами? Ну так что просто так не писали сообщение в Viber. Часто ли вы общаетесь с электронными символами? Друзья, через несколько мгновений, которые будут длиться реклама, мы вернемся в эту студию и продолжим наше общение. Не переключайтесь. Нашел небольшие стихотворные строчки. Вместо двух точек глаза в нескольких скобках улыбки, чувства дают провода и растворяют ошибки. Ну, собственно говоря, такое четверостишее получилось про сегодняшнего именинника, день рождения смайлика сегодня. Так что вот такой чудесный праздник будем отмечать и рассуждать о том, что вот бывает так, что иногда нет возможности позвонить, а пообщаться с друзьями, с родственниками, с любимыми как-то охота. И вы знаете, вот проблема в том, что сухой текст не передает тех всех чувств и эмоций, которые хотелось бы выразить. Вот здесь на помощь и приходит смайлик. Поговорим об этом сегодня с моими гостями, которые с удовольствием согласились ко мне прийти и поделиться своим мнением на этот счет. Давайте встретим их аплодисментами. Писатель, путешественник, журналист и наш большой друг Дмитрий Смирнов. Дима, привет! Знаю, что недавно ты вернулся из очередного путешествия, не так далеко, в соседнюю Россию, но все-таки как прошло путешествие? Слушай, прекрасно, как всегда. Замечательно будет, о чем поговорить. Актриса театра и кино, которую я всегда рад видеть. Наталья Борисовна Задорина сегодня у нас в гостях. Здравствуйте. Вы бы могли назвать ваш любимый смайлик, если таковой есть? Ну вот мне нравится, когда перед сном мне мои дочери посылают там что-нибудь храпящее, такое вот успокаивающее, с подушечкой котик какой-нибудь, вот такое я люблю. Это хорошо. В ответ что вы отправляете? Обычно такую скобочку, улыбочку, как бы. Ну так коротко и ясно, мол, все нормально. Отлично. Сегодня с нами разрешать все психологические моменты психолог Валерия Фейскова. Валерочка, здравствуй. Привет. Расскажи, насколько ты активно пользуешься социальными сетями, и ты в основном общаешься словами или все-таки также... Смайликами? Смайликами. Конечно же, словами, но смайлики — это дополнение. И да, я активно пользуюсь. Сегодня вообще очень трудно без интернета. Интересно, ну, сколько вообще процентов людей не пользуются интернетом? Насколько это реально сегодня? Ну как, даже еще лет 10 назад нормально обходились, не пользовались. И были обычные проводные телефоны, и никто никуда не опаздывал, и все приходили вовремя, и все друг друга встречали. Сейчас как-то вот немножко то ли мы расслабились, то ли разбаловались, то ли вот как бы это можно назвать? Я думаю, что просто сейчас время такое активное, мало времени, и поэтому мы сокращаем его, усовершенствуем, очень много идет вперед. Но в то же время 24 часа в сутках так и осталось, время никуда не делось. Да, но на самом деле его еще становится меньше. Чем больше каких-то вещей в нашей жизни, которые ускоряют нашу жизнь, да, помогают нам сокращать время, тем больше нам не хватает времени, потому что мы больше всего успеваем. Начинаем, а чем больше мы делаем, тем больше мы еще можем сделать. Ну, в общем, времени не хватает все равно. Ну, в общем, о том, как же ускорить или сократить время, ужать его или, наоборот, замедлить, и как из 24 часов в сутках сделать 48, это, я думаю, отдельная тема для разговора будет. Ну, а сегодня все-таки поговорим о сегодняшнем имениннике, о смайлике, насколько прочно он вошел в нашу жизнь, помогает или, наоборот, скажем так, ну, мешает передавать свои эмоции, улыбки, слова и прочие, скажем так, позитивные штуки, которыми мы хотим поделиться с нашими близкими, любимыми и дорогими людьми. Ну, а есть у меня мои близкие, любимые, дорогие люди подарок и для вас. Пригласительный билет на открытие 52-го концертного сезона Гомельской областной филармонии. Мероприятие состоится 1 октября 2018 года по адресу УКЦ, город Гомель, Ланге, 17. Приглашение на двоих, но просто так я вам этот пригласительный билет не отдам. Есть у меня и вопрос к этому билету. Итак, вопрос такой. В 1969 году этот известный писатель в одном из своих интервью упоминал о том, что стоит создать специальный знак пунктации для графического отображения эмоций.
О каком же писателе идет речь? Звоните к нам в студию, присоединитесь к нашему разговору. Ну и в случае правильного ответа, кто-то из вас 1 октября в Международный день музыки отправится на открытие 52-го концертного сезона Гомельской областной филармонии. Ну, что сказать, отрывают сердце просто этот пригласительный билет. Кому-то из вас, безусловно, повезет. Дима, ну вот с твоим темпом жизни без соцсетей, наверное, обойтись никак. Вот сколько раз в день ты проверяешь свои страницы? Саш, ну, несколько раз в день это точно захожу. У меня есть страничка на Фейсбуке, ВКонтакте и немножко в Инстаграме я присутствую. Что? В Одноклассниках? Ну, ты знаешь, я считаю, что Одноклассники, конечно, для людей более зрелого, старшего поколения. Я там не обитаю. Захожу по делу. Я не читаю ленту, не ставлю лайки, не делаю репосты. Может быть, иногда в исключительных случаях, когда натыкаюсь на очередной выпуск программы «Добрый вечер, Гомель». Ну, а так переписка по делу в основном, потому что просто нет времени на это все. Вот при электронном общении, ну, все-таки кому ты отвечаешь, где ты какие-то посты выкладываешь, где ты свои... Ну, я за тобой, между прочим, через соцсети тоже слежу, знаю, что ты там, о чем рассуждаешь и что тебя в этом мире, в этой жизни интересует. Вот, признайся честно, используешь литературный слог, собственно, как и привык писать в своих книгах, или все-таки, чтобы быть как все, используешь скобочки, смайлики... Ну, Саш, я современный человек, и было, по крайней мере, странным, если бы я использовал литературную вязь в стиле Ивана Сергеевича Тургенева или Льва Николаевича Толстого. Ну, заметьте, они до сих пор актуальны, и школьные программы их никто никуда не делал. Это мировая классика, конечно, она никуда не денется. И, конечно же, я использую и молодежный сленг, и живой русский язык, и ненормативную лексику, если того требует ситуация. Говорят, многое пришло из татарского языка, поэтому я предпочитаю назвать это татарским языком. Хорошо, как скажешь. Вот. Поэтому, да, смайлики и различные другие обозначители эмоций мне не чужды, я их активно использую. Хорошо. Ну, а герои твоих книг? Часто ли их ты помещаешь, ну, в такие предлагаемые обстоятельства, что там и интернет, и Инстаграм, и вот минимум такого общения, глядя, как говорится, глаза в глаза? Ну, если брать, к примеру, твою любимую книгу «Мачо тоже плачут», которую, я знаю, ты много раз... У меня их две, первая и вторая часть. И, да, ну, возьмем любую из них, да, то герои, конечно же, предпочитают реальное общение. Но в то же время они ищут женщины в виртуальном мире. И происходит, ну, свободное время на это они не тратят. Как правило, сканирование соцсетей и сайтов знакомств происходит во время офисного рабства, то есть в рабочие часы. Браузер, открыто несколько закладок, 3 соцсети, 3 сайта знакомств, и идет фильтрация. Обычно так это там происходит. Вот. Но они используют это как вспомогательный ресурс интернет, и ни в коем случае не как основной. Конечно же, все основное действие, знакомство, общение происходит в офлайне, в реальном мире. Да, они за реал. Я понял. Виталий, у меня к тебе вопрос. Вот, а для тебя соцсети — это в первую очередь все-таки какие-то развлекательные моменты, или это такой мощный инструмент для продвижения твоего музыкального бренда, твоего музыкального имени, твоих песен? Ну, он как и развлекательным служит. То есть, вот первично, точно так же, что? Первично, мне кажется, что вообще интернет и соцсети и различные мессенджеры дали человеку возможность вообще выйти за рамки своего города, своей страны. То есть это возможности, опять же, как я повторюсь, то есть звучать на различных радиостанциях мира, то есть что касается артистов. Точно так же, то есть люди могут узнавать очень много различных тренингов, масса возможностей дано благодаря интернету, общение, то есть в социальных сетях позволяет людям чаще созваниваться, чаще видеться. Сейчас уже ты знаешь, что ВКонтакте видеозвонки, то есть и звонки в целом, то есть кстати, предусмотрены. Вот, мне даже не стыдно признаться, да, что я ни разу этой услугой пока еще не воспользовался. И поверишь, я воспользовался. Вот, и WhatsApp'ом тоже я пользуюсь успешно. Скажем, тут, наверное, все зависит от того, сколько времени ты уделяешь социальным сетям и различным мессенджерам для общения, то есть со своими друзьями, но и
с какой целью ты вообще пользуешься этими приложениями и возможностями? То есть вот ты они открывают огромные-огромные возможности. Да, что? Вот ты с какой целью пользуешься? Я, скажем, ну так, признаюсь, что я не сильно сейчас увлекаюсь социальными сетями, поскольку я занят записью новых треков и, собственно, подготовкой новой программы концертной. Вот. И да, я не уделяю должного внимания в последнее время социальным сетям, но это скорее то есть общение с фанатами, поклонниками моего творчества. Отлично. Давайте будем приветствовать кого-то из наших телезрителей. Кто-то к нам дозвонился. Давайте знакомиться ближе. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте с вами знакомиться. Как вас зовут? Откуда вы к нам дозвонились? Дозвонился к вам Жлобин, город металлургов, железнодорожников. Юлия да Андросова, ладно, давайте Жлобин поприветствуем бурными аплодисментами. Привет, Жлобин. Да, Жлобин тоже огромный-огромный привет от нас из Жлобина. И, наверное, огромный улыбающийся смайлик тоже вам отправляю хоть и по телефону. Спасибо огромное. Как там погода у вас в Жлобине? Погода так себе, в принципе, я же успела простудиться, поэтому для меня осень такая немножко печальная. Но ваши сегодняшние смайлы, я надеюсь, меня порадуют. Я быстро поправлюсь. Уверен в этом, просто уверен. Еще вы знаете, вот эти вот волшебные аплодисменты из нашей студии также обладают магической силой. Все к утру, как говорится, как рукой снимет. Ну, рассказывайте, с какими мыслями к нам звоните? Ой, ну если честно, хочется одним выстрелом двух зайцев. Во-первых, хочу попробовать ответить на ваш вопрос каверзный. И очень хочу немножко поприветствовать гостя в студии Виталия Сычева, которого Жлобин наш уже немножко узнал как артиста. Он у нас уже был с концертами, поэтому ему отдельный огромный привет из Жлобина. Ну давайте приветствуйте. Тоже привет Жлобину. Привет! Итак, ну вот у меня пригласительный билет, пока мы его... никому не отдадим. Вот ответьте на мой вопрос. А сами при общении часто пользуетесь смайликами и прочими сигналами, знаками? Ну, в принципе, да. Как-то очень к ним привыкла. И, в принципе, вот без смайликов беда, наверное, жизнь была бы совсем не та. Поэтому да. То есть, с вашей точки зрения, смайлики украшают нашу жизнь? Конечно. Порой сложно писать, длинно слова выражать эмоции. Я так раз-раз отправил, и все друг друга поняли. Я понял вас. Ну, и вот видите, этот билет вполне может стать вашим. Главное, правильно ответить на вопрос. Повторить вопрос вам? Ну, в принципе, я его услышала, поэтому не уверена, что угадаю, не угадаю, но хотя бы попробую. Знаю, что один раз я читала такую информацию, что вот русский писатель наш, Владимир Набоков, он когда-то использовал скобочку в качестве улыбки, поэтому думаю, вдруг это он, может быть. То есть вдруг это он, а может быть и не он. Вы точно не уверены, да? Ну, обычно я стараюсь быть уверенной во всем, но в данном случае кругозор может быть не настолько широк, но хочется, чтобы это был правильно. А там вот те, кто рядом с вами есть, там, кто, вы знаете, обычно вот один звонящий звонит в студию, там разговаривает по телефону, самый смелый, вот, например, как вы, а остальные там чего-то так вот ему пытаются подсказать. Бабуля моя в соседней комнате очень внимательно смотрит эфир, поэтому по смайликам. Ну, ей тоже, кстати, огромный привет. Раз уже она в соседней комнате, передаю ей. Привет огромный бабуле. Ну, что я вам хочу сказать? То есть вот это вот вы уверены, что Владимир Набоков единый верный вариант? Ну, давайте попробуем, что да. Ну, конечно, правильно, эти аплодисменты вам, между ура! Прочим. Ура-ура-ура, спасибо, и спасибо. Этот билет на открытие, вы забираете его у нас, до 1 октября постарайтесь заехать к нам на Пушкина 8 забрать. Всем же остальным напомню, что уже 1 октября в общественно-культурном центре состоится открытие 52-го концертного сезона Гомельской областной филармонии. Программа обещает быть великолепной, поэтому приходите все, мы там тоже будем. Спасибо вам за звоночек. Ну а... продолжим наше общение. Ну вот, наши зрители говорят, что смайлики, они, собственно говоря, украшают жизнь. Что скажет об этом психология? Раньше было просто обычное общение. Потом появились какие-то мессенджеры, электронные письма, потерявшие свою душу. Что сейчас? Ну, в настоящее время интернет — это... в общем, присутствует в жизни каждого человека, и так как мы не можем от этого убежать, да, то было бы очень сухо выражать свои эмоции без каких-то скобочек, да, без пунктуации. Иногда просто незаконченное предложение не выражает тех чувств, и непонятно, да, нашего собеседника.
когда мы ставим точку, то понятно, либо это официальный характер, либо человек, может быть, обиделся, да, и мы уже как придаем какое-то значение тому, что он в конце поставил. Но ведь с другой стороны, нас этому учили в школе. Нас же не учили в школе ставить смайлики. Абсолютно верно. Это, наверное, скорее на уровне интуиции. Когда мы ставим в конце скобочку, то это ощущение, что мы говорим с улыбкой, да. Когда мы добавляем какие-то смайлики специальные, например, там, с сердечком или где наши глаза закрыты, то мы тем самым показываем не только просто информацию, которую мы передаем еще и эмоцию, которая необходима, так как мы общаемся невербально в этот самый момент, да, мы говорим, но в то же время не видно нашего лица, которое очень важно, чтобы понимать, что, на каком свете человек, как он передает, какая у него интонация. Мы этого не видим. Настроение. Да, и что настроение. Вообще по отношению к тебе чувствует? Да, то по смайлику можно понять, что происходит с человеком, с какой эмоцией он с нами разговаривает. И это информация, которая необходима человеку. Поэтому это очень хорошо, что есть смайлы. Есть сейчас и стикеры, хочу сказать. Да. Это вдобавок к смайликам. То есть я что-то пропустил, простите меня, пожалуйста. Я, видимо, что-то пропустил. Ну вот, помимо стандартных и обычных смайликов, которые мы все прекрасно знаем, кругленькие, с улыбочками, сердечками, с ладошками, там, со слезками, то есть еще и стикеры. То есть это смайлы, но больше объемов, да, скорее, да? Да. Вот, тоже там разные котики и собачки, и кого там только. Забыли. Да, гифки. Ну, мне кажется, что гифками пользовались чуть раньше, нежели пришли смайлики. Сейчас даже огромные компании, то есть они используют смайликов в виде пиара, то есть потому что они там внедряют своих каких-то... Рекламу, да, да. Вот правильно. Наталья сказать. Борисовна, вы понимаете, о чем они? Не то слово. Там еще надписи, кстати, есть. То есть вы в курсе, что происходит? Не то слово, я все это очень хорошо понимаю, в отличие от моих многих одноклассников, которые даже вот приблизительно бы не поняли, об чем звук. А можно поинтересоваться, а вот телефон у вас какой? Тачфон, Android, смартфон? Ну, какой-то Android, я не очень сильно разбираюсь, но... Неважно, какой фирмы. С WhatsApp, не знаю что, но... С Viber'ом, со всеми делами. Вот хочу рассказать, что практически, наверное, со всеми гостями мы очень редко, пока готовили этот эфир, созванивались по телефону. Наталья Борисовна, в частности, с вами, наверное, ни одного звонка не было совершено. Все через соцсети шла подготовка, шли переговоры. Помните тот момент, когда впервые вам пришлось столкнуться с этими электронными устройствами и как-то понять, что все, это уже вот они пришли в жизнь надолго и всерьез, в нашу бытовую ежедневную жизнь? Да, было сопротивление. Когда первый телефон, мне дети простой, просто вот позвонить и ответить. Это все. Да, так это же я говорила, нет, не надо, зачем? Я останусь в прошлом веке. И вдруг как вот сейчас, они, а как мы тебя будем находить? Не надо меня находить, нигде вообще никогда. Но сейчас я не представляю, сколько я по миру, собственно, езжу. WhatsApp, Viber, уже сейчас даже... Сложно представить вообще. Уже сейчас даже Skype уже как бы он и не нужен, и не интересен стал. Это уже все, Уже все, я перестала в нем общаться, он мне просто не интересен стал. Вот, а остальное, ну, о чем ты говоришь? Как шло освоение и, наверное, буду прав, если скажу, покорение Натальи Задориной соцсетей? Покорение шло сложновато, потому что молодежи спрашиваешь, что вот так. Что не... Еще отвечаю с такой интонацией, что ты не понимаешь. Тупая, что ли? Что тут не понимаешь? Ёлки зеленые, совсем тупо. И начинаешь, когда до всего сам начинаешь доходить потихонечку. Потихоньку. Я сама училась, как смс-ки. Сначала как их получать. Потом так, надо же. Все, я до всего дошла сама в разных телефонах, по-разному, смс-ки. Ну, а потом ведь телефон, это же вообще маленький компьютер, даже как бы, если, я не знаю. Я говорю, что очень сложно. Вот с моими одноклассниками, когда общаешься, они... Вот одна моя просто упорно подруга говорит, мне не нужен мобильный телефон. И недавно они разругались с другой моей подругой, которая приехала из Калифорнии, назначила свидание и опаздывала из-за пробки на 10 минут. И та ушла, и совершенно спокойно. Как? Ты же не пришла? Я, говорит, тебе хотела позвонить на мобильный, но у тебя же его нету. И девушки разошлись и разругались, это дружили со школы, чтобы сейчас вот из-за этих 10 минут, которые одна опаздывала, в пробке стояла, другая. То есть вот смайлики и соцсети — это не только все хорошо, это еще получается и зло.
Ну вот, 10 минут разругались. Ну, я не знаю. Я говорю, что сейчас уже я даже не представляю себе, как без этого. Ну, сейчас уже действительно не представляю. Не, ну смотрите, вот соцсети, все вот эти вот там мессенджеры, все вот эти вот новомодные штуки, мы там размещаем какие-то фотографии, делимся своими мыслями, но по большому-то счету это еще и жизнь на показ. То есть мы всем рассказываем, что у нас происходит, как мы выглядим в той или иной ситуации. Лера, вот как психолог, скажи, пожалуйста. Ну, без совета, комментария психолога здесь просто не обойтись. Правильно ли это, что на личное пространство, про которое все кругом трубят, что вот вы заняли мое личное пространство, отойдите, тут на тебе, в соцсетях, пожалуйста, какие хочешь фотографии, какие хочешь комментарии, и, собственно говоря, вот смотрите на меня на всякого с любых ракурсов. Это, наверное, выбор каждого, насколько он афиширует свою жизнь. И в некоторой степени, да, сейчас каждый человек, наверное, зависим от общения в соцсети, а также те, кто, скорее всего, показывает свою жизнь, да, и, например, в течение дня показывает свой завтрак, себя в одном месте, в другом месте, да, то это, возможно, какое-то избегание от чувств реальности, чтобы пережить эту ситуацию, этот завтрак с кем-то. Возможно, например, рядом находится человек, с кем очень трудно пережить эти эмоции, да, и тогда, показав свой завтрак другому человеку или, там, не знаю, 100 у вас друзей, там, 1000 у вас друзей, кто-нибудь разделит с вами, ой, какой красивый завтрак, да, или ой, в каком ты красивом месте. И поэтому это, можно сказать, что помогает в какой-то степени почувствовать, что я переживаю эти чувства, эти эмоции с другими людьми, найти своих людей, а также это если про плюсы, а про минусы — это то, что человек убегает от реального общения и немного нетерпелив, чтобы побыть, наверное, с теми людьми, с кем он рядом сейчас находится, да, и найти как раз-таки общий контакт. Потому что когда мы хотим пережить что-то, да, мы впадаем в детство, где мы хотим афишировать и быть на сцене. Смотрите, вот моя страничка, вот у меня такие фотографии, вот я тут, а тут вот я такой прикольный, а тут я такой не очень красивый, но я вот не стесняюсь, поддержите меня. Естественный, как это называется. Да, естественный. Виталя, ты как человек публичный, насколько далеко зайти можешь в размещении каких-то... Насколько близко ты людей, которые смотрят твои страницы, даже абсолютно незнакомые тебе люди, не только твои подписчики, друзья, насколько можешь вот впустить их в свое пространство и... Ну, мне кажется, у любого человека есть границы, то есть личного пространства, и это как раз-таки и артистов тоже касается. Безусловно, артист как открытая книга для всех, вот, и он интересен, он заманчив, его жизнь вызывает какой-то восторг, безусловно, и... Все узнают, ну, в моем случае точно так происходит. Все узнают о том, что у меня произошло куда раньше, наверное, чем я сам. Вот. Но порой, да, то есть в некоторых вещах, то есть ты все-таки ограничиваешь возможности твоих поклонников и вообще, в принципе, знакомых вторгнуться в свое личное пространство. Наталья Борисовна, вы за своим контентом, который размещаете в соцсетях, насколько пристально следите, контролируете, чтобы лишнего не разместить? Ну, или... Я лишнего точно не размещаю, но мне очень нравится, что все-таки нашлось очень много людей, которые мне были очень дороги в молодости, то есть те, с кем я училась еще в ГИТИСе. Вот все нашлись, те, кто учился старше, все, кто младше, все друг друга помнят. И, в принципе, у нас, слава богу, вот глупых каких-то переписок нет, и завтраками мы не делимся. Но то, что они выкладывают, мне настолько близко, настолько родно. И пишем мы не на албанском, так называемом, языке, а вот мне даже вот нравится, что я правильно пишу, что я соблюдаю все знаки препинания, вообще все. Но скобочки... Обязательно, потому что, во-первых, я очень веселый человек, и я не могу без этих скобочек. Фамилия сама за себя говорит, Наталья Задорина. Вот потому что, да, вот моя фамилия, мне еще в школе говорили, ой, ну ты оправдываешь свою фамилию. Вообще меня всегда в конце урока одноклассники старались насмешить, чтобы урок раньше закончился. Я так хохотала, я не могла остановиться. У меня и сейчас иногда такое бывает. Но я всегда чаще... Чтобы урок раньше закончился, а потом могло закончиться тем Задорина, выйди из класса? Или как? Или ну, по-всякому было, конечно. Но хохотала я очень заливисто и задорно вообще. Всех очень сильно этим смешило. Ну, давайте, с вашего позволения, продолжим рассматривать соцсети с разных сторон. И
не только можно найти положительные моменты, но и некоторые негативные моменты. Об этом снимают некоторые социальные ролики, ролики достаточно серьезной направленности. Есть у нас один в нашем распоряжении. Давайте посмотрим его, а потом продолжим обсуждать наш эфир. Не переключайтесь. Наши отношения. Общение с друзьями. Внимание к действительно важным вещам. Сострадание. Семейные ценности. Наши маленькие мечты. Мы стали забывать о жизни в реальном мире. Ну вот, или настолько утрированный и специально созданный ролик для того, чтобы показать, ну, скажем так, что соцсети — это не всегда хорошо, или это, ну, скажем так, действительно правдивая реальность. Лера, что скажешь? Я думаю, что это в какой-то степени, да, правдивая реальность, потому что, например, зайдя в общественный транспорт, большую часть мы можем увидеть людей, которые проводят время в телефоне. И да, иногда мы можем кого-то не заметить, не увидеть тот же живой контакт, живых людей рядом. Да, иногда и можно наблюдать такую картину в семье, когда практически все находятся в какой-то сети. Телевизор — это компьютер, планшет, телефон. Да. Дим, насколько тебе по душе или, может быть, нет такое общение? Вот вообще эта ситуация, что действительно можно и в транспорте, и даже в компании друзей, друзья, которые не виделись там. Вот ты был в Москве, встречался, скорее всего, с друзьями. Насколько часто заглядывали в телефон, дабы не пропустить какое-то важное сообщение или важный лайк? Ну, в принципе, все как в ролике. То есть параллельно шло и живое общение, и тут же внимание уходило в экраны. Планшеты, компьютеры, телефоны. Если когда срабатывал какой-то звуковой сигнал, входящее уведомление, WhatsApp, Viber. Это же мне, да? Тут же, значит, человек отключался от реального общения и уходил в виртуальный мир. Неужели не раздражает? Ну, конечно, раздражает. Я стараюсь этого не делать, и, конечно же, для этого надо поддерживать определенный уровень осознанности, понимать, где ты, что ты делаешь, зачем ты это делаешь. И иначе происходит захват внимания, и ты зашел просто ответить, посмотреть, кто тебя лайкнул, либо ответить на сообщение, в итоге вышел оттуда только через час, да, и такое впечатление, там, через тебя пробежало стадо свиней. Через твою душу. Давайте послушаем, у нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, добрый вам вечер. Добрый вечер, Александр. Давайте знакомиться, как вас зовут? Меня зовут Ольга. Меня зовут Саша. Почти. Ну, сегодня у нас, вот понимаете, и день рождения смайлика, и вот обсуждаем такую достаточно животрепещущую тему. Сколько вот, Ольга, вы проводите времени в соцсетях? Если честно, практически ну, конечно, целый день. Честно. Целый день? Но это связано с моей работой, и мне соцсети помогают развиваться, продвигать мою деятельность. Ольга, вы блогер? Нет, я не блогер. А, ну просто, по-моему, только блогеры работают в соцсетях, не выпуская свой смартфон из рук. Ну почему же? Я визажист, я нахожу клиентов в соцсетях. Угу. Я выкладываю туда свои посты, мои работы, и клиенты меня так находят. Потому что, ну так это там 10 минут в день потратить, остальное что время, если вы визажист. Я так понимаю, что руки заняты другими предметами и работой. Ну, надо совмещать. Это как вариант продвижения себя. То есть, я так понимаю, вы за общение в виртуальном мире? Конечно. Смайликами часто пользуетесь? Очень часто. В принципе, в каждой переписке я использую смайлик. Отлично, спасибо большое за звоночек. Или что еще хотели нам дополнить? Хотела вот еще дополнить по поводу того, что люди часто сидят в соцсетях и вот критикуют их другие. А вот хотелось бы напомнить, что даже лет 15 назад, когда были газеты, книги, всегда же люди ездили в автобусе, в метро и читали. И никто не смотрел по сторонам, и почему-то это никогда не обсуждалось. А если телефон читает человек, то почему-то это плохо.
Спасибо вам большое за ваше мнение. Кстати, это действительно интересная, интересная мысль от Ольги прозвучала. Дима, кстати, вот хорошо, что Ольга затронула тему. Так от книги польза есть, а тут никакой пользы. Книг. Ну, подожди, ну вот ты же выпустил не электронные книги, или, может быть, электронные твои тоже есть. А ты же выпустил нормальные, те, которые можно взять и вот так вот листать, и получать удовольствие от шуршания страниц. Конечно, электронные появились позже. Вначале была бумажная книга. И тут следует отдать должное соцсетям, что частично они мне помогли при раскрутке моего творчества. Потому что до того, как был заключен договор с издательством в Екатеринбурге, до того, как московский мужской журнал опубликовал отрывок из твоей любимой книги «Мачо тоже плачут», до того, как крупнейшая электронная библиотека взяла эти книги, оцифровала, разместила в магазинах, я издал книгу за свой счет определенным тиражом и раскручивал самостоятельно, в том числе и через социальные сети. То есть, да, конечно, польза от этого есть, и раскрутка шла через... Я создал собственную группу читателей «Анатомия соблазнения», «Джокер в рукаве». Также книгу раскручивал через паблики, группы, посвященные новинкам книжным, и через новостные порталы. Ну, смысл есть определенный. Ну, для этого надо либо тратить свое время, либо свои деньги. Ну, это то, что касается... кстати, благодаря тебе все узнали, какая у меня одна из моих любимых книг. Соответственно, нетрудно догадаться, кто один из моих любимых авторов. Вот аплодисменты тебе за это. Ну, вот от Ольги прозвучала мысль, что вот когда раньше сидели с книгами там или с журналами, никто на это внимание не обращал, а сейчас вот с телефонами, поэтому вот как-то бьют тревогу. Наталья Борисовна, вот что вы думаете по этому поводу? Мне очень не нравится, когда в транспорте очень громко разговаривают по телефону. Что еще мне вам рассказать? Я с удовольствием. Ну, вы в транспорте сами что-то или телефон? А, раньше по первости я все играла в какие-то там всякие игрушечки. Сейчас уже телефон редко достаю для этого, во всяком случае. Ну, что же касается, мне кажется, по поводу того, что люди раньше читали, ну, во-первых, они читали не только анекдоты, то есть, и не только разгадывали кроссворды. Не только читали, ставили лайки. Да, не только ставили лайки или смотрели, как кто-то там покушал, то есть, безусловно, это интересно, но просто сейчас действительно огромное количество времени занимает социальные сети, и поползать где-то в интернете в целом, то есть узнать какие-то новости, кто-то там что-то сделал, кто-то что-то порвал, у кого-то что-то расстегнулось, вот, то раньше читали все-таки книги, читали интересные статьи, то есть о интересных людях, о достижениях каких-то. В принципе, и багаж вот этот вот знаний, он все-таки пополнялся. То есть, наверное, сейчас не то чтобы все, скажем, там, против того, чтобы люди сидели в телефонах, там, в смартфонах, в интернете и в социальных сетях. Скорее, мне кажется, вот взрослые поколение против того, что молодежь не обогащается культурно. Вот. Скорее, вот, мне кажется, вот в этом. А мне кажется, что давно в нашем эфире не было хорошей музыки. Друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламу и давайте поаплодируем авансом Виталию Сычеву, которого мы будем встречать сразу после небольшой рекламы в программе «Добрый вечер, Гомель». Не переключайтесь. Твоя, твоя.
Поверь, сбываются мечты, в успех, в победу веришь ты, под призмой суеты, открытый вдохновенью ты, будь собой, впереди горит твоя звезда. Ваши аплодисменты, Виталий Сычев. Девушки, прошу вас, проходите, Виталь, присаживайся, пожалуйста. Песня «Будь сильнее». Ты знаешь, название меня немножко, не то что насторожило, объясни, почему у артиста, у которого порядка 10 тысяч часов живых выступлений, более там, по-моему, по 1000 уже концертных площадок отработано. Чуть меньше, да. Куда тебе еще столько силы? Куда? Мне хочется творить, хочется вытворять, так сказать. Я хотел сказать... Переплюнуть Ольгу Бузову. Ну что, Ольга Бузова, конечно, она молодец. Я очень рад, что есть на российской эстраде, собственно, да, на постсоветской эстраде такой талантливый человек. Но я, скажем, рвусь не только как бы покорить... За 12 миллионами подписчиков в Инстаграм... То есть покорить не только наших, то есть слушателей и зрителей, но еще и за рубеж. Вот, я очень рад, говорю, опять же, Ольге Бузовой. 12 миллионов ее, не устану повторять все сказанное в этой студии, да. На этом проекте, этим вечером. Оно имеет обыкновение исполняться. Вот неоднократно я эту вещь замечал, поэтому можешь пока загадывать, рассказывать, визуализировать, все исполнится. С вашего позволения, обращусь к Вайберу, тут тоже среди наших зрителей мнения разошлись. Смайлик – весьма занимательная вещь, порою им можно выразить свое состояние получше, чем словами, пишет нам Наташка. Ольга Викторовна нам пишет: «Добрый вечер, Гомель, смайлик достоин поздравления с днем рождения, но я не пользуюсь ими вообще принципиально». Иришечка пишет: «Ох, помните времена, когда еще не было этих забавных рожиц, и нам приходилось стараться вырисовывать какие-то фигурки, сердечки, зайчики, губы». Вот было и такое время. Никогда этим не занимался, по-моему, в силу того, что в какой-то степени я электронный лентяй. Ладно, дальше. «Улыбайтесь чаще, с днем рождения, смайлик». Смайлику привет. Смайлы – часть соцсетей, в которых сейчас люди уже, если как-то можно сказать, теряются. Вместо того, чтобы поговорить, все сидят в телефонах, даже находясь лицом друг к другу. Это грустно. Сообщение от Сергея. «Предпочитаю старую добрую скобочку. Петр». Вот так вот мнения разошлись, и к единому мнению даже под финал программы прийти не можем. И все-таки хотелось бы... Вот скажите, Наталья Борисовна, а вот в актерской, в театральной среде какие символы приняты? Есть тоже какая-то система общения с символами?
Символами? Ну, например, идет спектакль за кулисами. Эй, Борисовна. Это я очень люблю. Мне очень нравится, когда у партнеров в глазах черти бегают. Да ладно. Да, это такая прелесть. И я очень смешливая еще к тому же. И вот сдерживать свои эмоции очень сложно. Но еще очень нравится. Если кто-нибудь забывает текст, то тут вообще такая радость, кажется. Ну вот сейчас. О, что сейчас будет? Ой, как он выйдет из этого положения? Не, ну, конечно, подсказываешь сам, естественно. А некоторые еще говорят, а что ты мне подсказывал? Я сам знал, что ты мне... Это я просто паузу мхатовскую выдерживал. Ёлки зеленые, тут спектакль стоит вообще на месте. Он якобы пауза. А на самом деле, конечно, подзабыл. Ну вот актеры, расскажите нам по секрету, во время того же спектакля часто пользуются какими-то гаджетами для того, чтобы там какую-то реплику там... Или это очень смешно. У нас один актер работал, который, вот если у него минута была свободная, он убегал в гримерку и тут же играл в войнушки в какие-то. И даже мог опоздать на сцену, на выход вообще. А один раз мы просто его долго там уже сказали все реплики. Еще раз их повторили, уже о своем, о девичьем, а он все не идет и не идет, потому что я точно чувствую, что он там в войну. А там танчики, да? Да, да, да. И я уже просто побежала за ним за кулисы и выволокла его. Объявили хотя бы антракт или... Какой антракт? Вообще тут в одном действии все происходит, вообще какие тут антракты могут быть. А он, слушай, он настолько в этом смысле, ну просто больной человек. Вот ему... Да, зависимость в прямом смысле этого слова. И уже все, это тяжелый случай. Но это же отражается просто на других актерах. Так естественно, мы стоим, нам же делать нечего. Зритель сидит, работа, деньги да? заплатил и не знает, что это тут эти билиберду какую-то несут. От себятина какая-то пошла. Конечно, зритель, ты не знаешь, что за кулисами в гримерке у этого актера там дела. Да, там идет работа. Там совершенно другая история. Ох, друзья мои, опять все-таки вот уже подводили к какому-то определенному финалу. И я уже даже предполагал, что же, какими фразами я завершу сегодняшний вечер, к какому выводу лично сам приду. Но опять-таки вот мнения разошлись. И в театральную сферу проникли и соцсети, и смайлики, и электронные игры. Как же быть? Лера, начнем с себя. Что скажешь? Как же быть? Хорошо это или плохо? Зло это или наоборот, ну, скажем так, упрощенная форма, более доступная в общении и т.д.? Слушай, на самом деле, вообще то, что есть интернет в той степени, в которой он есть, это и плюс, и минус. Главное придерживаться золотой середины. Вот где ее найти? Если, например, человек пользуется интернетом, чтобы убежать от какой-то реальности, от своих чувств, например, от чувств вины, стыда, страха, да, уйти в телефон, уйти в общение, пережить с кем-то какие-то свои эмоции, тогда этому человеку, если он осознает это, то он может с этим как-то поработать. Если он не осознает, то, конечно, это может прийти к крайности, когда он столкнется с какими-то проблемами в жизни из-за того, что он, например, убегает, да, ему не так важна сцена и то, что происходит в настоящий момент, и он вынужден, это от чего он такого убегает, что он приходит и опаздывает на сцену. А если человек пользуется как раз-таки для того, чтобы продвигать какие-то свои проекты, то это, конечно же, плюс. Чтобы связаться с людьми, с которыми сейчас, ну, максимально удобно только в интернете, это тоже плюс. Поэтому я за то, чтобы была золотая середина, за гармонию. Осталось только ее найти, эту золотую середину. Дима, что скажешь? Согласен с Валерией. Конечно же, надо поддерживать. Но скажи, от бумажных книг ты же не откажешься? Полностью, ну, Саш, виртуальный мир не уйдешь. Письменность и бумажная книга — это величайшее изобретение человечества. И чтобы не говорили о том, что электронная книга наступает, всегда будут поклонники и сторонники книги бумажной. Многие, еще многие столетия. Вот. Ну, касательно электронных книг, ты знаешь, все-таки, если сравнивать с бумажной, какая-то безличная субстанция. Если книга реальная, ее можно взять в руки, понюхать типографскую краску, что-то отметить на полях, подчеркнуть карандашом, поставить закладки, пролистать вперед, вернуться назад, положить около подушки, почувствовать ее энергетику. От электронной книги ты этого не получишь. Ну, в электронной, может, батарейка просто сесть, и все. Ну, то есть безличная субстанция. Вот. А у бумажной своя особая энергетика у каждой. И она останется. Наталья Борисовна, ну вот смотрите, сейчас вот мы видели и обсуждали ролик о том, что соцсети — это зло.
Но, с другой стороны, вторая серия таких же роликов, что обучите своих мам, пап общению в соцсетях, общению с электронными гаджетами. Вот как происходило это и у вас. Все-таки ваше мнение, вы сторонница какого общения? Я за то, чтобы все этим владели. Потому что вы даже в театр уже пробираете за кулисы. Я за то, чтобы все этим овладели. Ну, мы уже учились в школе, мы же какие-то кнопки умеем нажимать вообще, что-то умеем. Я считаю, что какой-то вопрос, ты сразу набрал правильно, главное вопрос сформулировать, ответ какой-то ты получишь. Но, в принципе, я вообще за радость человеческого общения. Я так люблю людей, я так люблю общаться. Это вот меня просто... Общаться в театре, общаться на сцене. Насколько я знаю, завтра открытие сезона. Открытие сезона завтра, да. Пожалуйста, приходите. У нас открывается сезон. А послезавтра у нас премьера в театре. Вот я сегодня посмотрела этот спектакль. Очень забавный такой, интересный. Я думаю, что он найдет своего зрителя. И опять-таки живое человеческое общение, живые эмоции. Да, живые эмоции. Виталя. Да. Ну, у любого артиста должно быть занято все интернет-пространство, куча лайков, подписчиков, посты, перепосты, но все-таки. Ну, так уже чуть-чуть отвлекусь. То есть куча подписчиков — это абсолютно не значит, что они все активные. Так что, друзья, то есть нужно вовлекать. Это те, кто уж сильно, уж рьяно пользуется интернетом и социальными сетями, нужно вовлекать своих подписчиков, чтобы они все-таки отвечали взаимностью. Но от себя добавлю, что, наверное, интернетом и социальными сетями в целом, и любыми гаджетами, примочками всеми электронными, нужно пользоваться с умом. Дозированно, аккуратно. С умом, все-таки да, вот с умом. Равно как и на спектакле, равно как и с живой книгой в руках. То же самое и на концертной площадке, но виртуальная концертная площадка где-то там... А вот на концерты нужно ходить, в театры нужно ходить, потому и что там своя такая прекрасная атмосфера. Друзья, я благодарю каждого из вас в отдельности и всех вместе за то, что этот вечер мы провели, этот добрый вечер в день рождения Смайлика мы провели вместе и обсудили, по-моему, достаточно важную тему. Эти аплодисменты вам. Всем же остальным хочу сказать, что, ну вот, пользуясь служебным положением, я тоже есть в соцсетях, и я тоже есть в Инстаграм, и буду рад, если вы будете заходить на мои страницы, узнавать, там, что я делаю, как я живу. И подписывайтесь, короче, на мой Инстаграм, буду рад вас видеть. Ну и, конечно же, завтра будет еще один вечер, и он, безусловно, будет добрым, поэтому включайте ваши телевизоры на телеканал «Беларусь-4» и побольше живого общения и побольше живых положительных эмоций. Это была программа «Добрый вечер, Гомель». На сегодня все. Удачи вам. Пока.